Доброго времени суток зрителям, отвечаем гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Rolly Game Online. И сегодня мы поиграем с вами в игру под названием Survival Z. Игра вышла 26 апреля 2021 года, я имею в виду на ПК. Есть информация, что она была на мобильных устройствах, на айфонах, где, в принципе, сыскала определенную популярность. Ну, не знаю, яблока как бы нету, поэтому не буду утверждать. Ну, а мы сейчас с вами рассмотрим эту игру непосредственно на компьютере. Так, начинаем. Новая игра. Я не играл, еще не пробовал. Вот при вас, как бы впервые буду делать это вместе с вами. Итак, зомби уничтожили нашу цивилизацию. Люди тысячами бегут из городов в надежде спастись. Дальше. Это, в принципе, мы не бежим из городов. Так, игрок стреляет автоматически, когда враг оказывается в радиусе выстрела. Ага, ясненько. Кстати, был выбор, или геймпад, или клавиатура. Я выбрал, конечно, клавиатуру, потому что геймпада у меня нету. Так, радар покажет, откуда идут зомби. Идите к мосту. Окей. А, ну, еще можно, видите, мышкой бегать. Ну, не знаю, буду клавиатурой. Так, поставьте турель. Начать. Берегитесь. Угу. Хорошо. Можем подготовиться, поставить еще одну турель. Начать. Прям такой, как Tower Defense еще. Надо выставлять. Турейлера выставлять. Кстати, есть отличная игра, если не забуду, я вам ее покажу. Она, конечно, не такая новая, но такая, я не любитель Tower Defense, но прикольная. Немножко в нее позалипал. Итак, выберите способность. Усилитель скорострельности. Существенно повышает скорострельность. Рикошет от врагов. Арбалетная стрела отскакивает от врагов. Усилитель критического удара. Повышает. Давайте возьмем вот этот, что подскакивало. Кто там? Это приехал Марк. Такой именно нигер. Нигер с пушкой. Послушайте, вы там отлично справились. Меня зовут Марк. Я, ну, раньше до этих событий я был местным рейнджером. Я получил по радио сообщение о том, как исправить весь этот бардак. В старой закусочной есть многообещающая подсказка. Мне нужен кто-то способный вроде вас, чтобы добраться сюда. Присоединитесь ко мне. Я бы на ее месте лучше остался с зомбаками, чем пошел с черным. Ну, и как бы ее выбор. Так, по этой карте мы дойдем до закусочной. 75. Следите за здоровьем, лечиться здесь нелегко. Ваш пункт назначения. Орды с зомби постоянно перемещаются, поэтому все поездки будут разными. В медицинской палатке можно полечиться. Здесь можно получить новое снаряжение. Давайте сходим туда и узнаем, что хочет предложить Стив. Начать уровень. Пойдем к Стиву, посмотрим, что там. Собиратель. Это типа квест. Добро пожаловать, меня зовут Стив, я сборщик утиля. Я ищу для вас всякое снаряжение и ловушки. Старая броня. Наденьте, чтобы уменьшить урон, наносимый нежити. Не забывай заглядывать ко мне. Спасибо тебе, Стив. Сразу видно, что это такой именно коммерс. Такая расслабляющая игрушечка, вы знаете, ничего особенного не пока не вижу, но... Орда зомби. Сразитесь с волнами зомби, свои усилия, вы получите золото и новую способность. Начать уровень. Вот, ничего особенного здесь не вижу. Ну, прикольная такая графика, мобильная, как по мне. Итак, волны. Начать. Сначала мы подготавливаемся. Значит, что у нас есть? У нас есть бочка. Поставлю ее тут, одну. А одну поставим где-нибудь. Хотя это первая волна, давайте так попробуем. Без особых, так сказать. Ага, понятно. Ой-ой-ой, они еще и замедляют. Подмораживают вот эти ледяные, я так понял. Отлично. Три бочки. Все, я вас понял. Значит, одну бочку ставим здесь. Одну бочку поставим тут. И здесь. Вот эти-то, что подмораживают, такие, конечно, неприятные личности. Начать. Ой, плохо так реализовалась эта бочка. О, с монетками побежала, я его упустил. И получил урон.
Чи-чи-чи-чи-чи. Так, ну там нормально взорвалась бочка, зацепила. Так, а это мне дали мешки какие-то. Это, наверное, чтобы их так вот оградить. Построю так. Сделаю такой себе коридорчик здесь небольшой. Ага. Что-то плохо отлетали мои стрелы. Замедлился случайно. Вот я уже столько, мне кажется, жизни потратил, что я бы уже дальше, если бы я вот эту игру играл, я бы ее не прошел, потому что лечение здесь... Ай-яй-яй, лечение здесь очень, как мне сказали, тяжелое, а я уже так много жизни потратил. Уровень пройден, но какой ценой? Итак, выберите способность. Арбалетные стрелы отскакивают от врагов, арбалет выпускает дополнительные стрелы с каждой стороны, повышает скорострельность. Скорострельность. Я — это скорость. Скорость — это я. Орда зомби. Начнем уровень, проиграем его и на этом, наверное, закончим. Не думал, что эта игра будет такая быстрая. Это видео будет такое быстрое. Да, я, опять же, мало хпшный. Зомби, наверное, будут валить отовсюду. Так, ну, пока это было изи. Вот это заразу надо опасаться. Так, мешки. Блин, я знаю, блядь, вот так вот эти мешки, наверное, расставлю. Чтобы они пока с той стороны не лезли. Я начать. О, выпала взрывчатка, уже хорошо. Еще одна взрывчатка выпала. Отступаем. Они берут меня в осаду. Идем мы в наступление. Отлично. Так. Еще раз, значит, бочки ставим. Одну вот тут. И одну ставим здесь, как и в прошлый раз. Поехали. Хороший минус. Очень даже неплохой, но не получилось, не фартануло. Доктор, рейнджер, хорошо, вы проснулись. При возвращении в лагерь вы теряете перки и способности. Давайте посмотрим, что вы принесли. Старая броня, наденьте, чтобы уменьшить урон. Отличная находка, это пригодится в пути. Используем сражение, можно сменить. Берегите, оберите свои вещи и пойдем. Так, на снаряжении появились зеленые метки, это значит, что у вас достаточно золота для его улучшения. А, то есть вы видите, не совсем, я думал, что игра закончится полностью. Ну, ага, вот чтобы улучшить броню, да, я понял. У нас 26 копеек. Хорошо, я хочу теперь вон старый широкий наконечник улучшить, чтобы было больше урона. Все, вот так вот. Средства защиты, блин, а я... Блять, я все деньги потратил. Ну, дурачело. Дурачело. Так, поехали. Еще разочек. Выжившие враги, играть, ловушки, снаряжение. Все, поехали, я хочу уже играть. Итак, никогда не знаешь, с чем нам придется иметь дело. Попробуйте-ка это. Второе дыхание, быстрое восстановление. Восстанавливает немного здоровья после каждого уровня. Восстанавливает 50% очков здоровья, когда здоровье первый раз падает до нуля. Лучший реген. Вперед. Марк, я не подведу. Нигер. Все будет бомба. Так. Пока просто без всяких там. Ух ты, какие-то уже новые прыгуны появились. Интересно. Раньше такого не было. Это я уже пошел не по ветке компании, а какой-то как миссия какая-то, я так понимаю. Поставлю эти хрени здесь. Чтобы можно было вокруг них бегать. Ну, такой ров у меня уже повыше стал, я вам так скажу.
Монетки. Чуть не потерял монетки. Нет, ну в принципе тут все дело контроля. Если их правильно контролить грамотно, то можно... Так, где-то здесь хочу поставить пушку, чтобы она стреляла, начать. Сейчас буду водить ее вокруг, водить их вокруг этой пушки. Я буду этого преследовать. Хотел набить с него много золота и тем самым упустил свою пушку. Свою, так сказать, турельку. Давай, давай, набивай. Вот так вот, изи-бризи. Уровень пройден. Выберите способность. Так, что у нас? Скорострельность. Я беру скорострельность. Собиратель. Начать уровень. Это мы так опять сначала начинали, в общем, я так понял. Хе-хей. Что она нам дает? Железная бомба. Срок годности давно истек, зато по-прежнему липнет. После взрыва замедляет приближающуюся нежесть. Отлично. Береги себя. И ты себя, дружище. Так, родозомы, начали уровень. Давайте еще вот этот рубанем и все, и хватит на сегодня. Этот уровень уже был у меня. Этот уровень уже был. Я пока ничего не буду ставить. Поехали так. Да, вот эти новые прыгуны такие, смотрите, еще помимо прыгунов появились и, блин, эти заморозки. Есть, готово. Так. Вот так вот я заложу, пожалуй. Начать. Угу. Понятно. Как они так на меня резко вылетели. Надо уходить. Пытаться вот так вот их кайтить, байтить. И это опять же было легко. Ну все, теперь можно немножко поиграться с ними. Я не знаю, сохранится просто ли эта пушка до следующей волны, поэтому... А, ладно. Стреляй, пушка, стреляй. Давай, турель. Видите, главное, правильное планирование. И, в принципе, ничего здесь сложного нет. Существенно увеличивает урон. Ну, пускай. Так. Ну, ладно, давайте еще вот один уровень. Будем завершать. Ничего. Да, еще у меня нету, только одна пушка. Я ее поставлю тут. Хорошо. Значит, одну поставлю здесь, бочку. Одну поставлю вот тут. Поехали. Ух ты, они вообще с другой стороны побежали. А я что-то не учел, что они могут с той стороны пойти. Как-то я не обратил внимания даже. Хорошо, отбились мы с моей пушкой, подружкой. Где-то здесь. Значит, раз они могут пойти отсюда, где-то еще тут поставим. Ну, так что перестраховаться. Поехали. Да блин, этот гоблин с деньгами, он только отвлек меня. Только отвлек. Тут у меня самая рубилова началась. Вот такая вот, в общем, ребятки, игра. Уровень пройден. Ничем не напрягает. Бегаете, стреляете. Даже стрелять, в принципе, не надо. Надо только бегать. И изначально главное правильно настроить позиционирование своих ловушек и всяких приколюх для того, чтобы побороть зомби. В общем, прикольно, прикольно.
Ради расслабления можно поиграть, я думаю, не только на телефоне, но и на компе, потому что игры должны приносить удовольствие и снимать стресс, как я считаю, а не нервничать или беситься, или злиться. С вами был Рости, это был канал Роли Гейм Онлайн. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока и до скорых встреч.